К большому сожалению, стало известно, что умер актер сериала «Бандитский Петербург» Виктор Терехов. Именно там он сыграл Ивана Савича Крапивина. Родился Виктор Иванович Терехов 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка, Донецкой области. Мать записала его только 3 января, поэтому в официальных биографиях указана дата рождения 3 января 1935 года. В 1958 году окончил актерский факультет в ГИКа, объединенная актерско-режиссерская мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С начала 1960-х годов актер киностудии «Ленфильм». В 2000-х годах актер стал сниматься в телесериалах, исполняя роли колоритных стариков. Его можно было увидеть в лентах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Агентство Золотая пуля», «Столыпин», «Невыученные уроки», «Жизнь и смерть», «Леньки Пантелеева», «Русский дубль», «Маяковский два дня», «Семейный альбом», «Комиссарша», «Придуманное счастье» и многих других. Причины смерти актера не оглашаются.